Так, всем привет. Здесь маленький творческий обзорчик. Пришло непонятно откуда. Всем мелочь. Но я так подразумеваю, что это штекерочек, потому что уже давно его не было. Я думаю, что это все-таки он пришел запечатанный. Вот сейчас будем пытаться его сейчас как-то каким-то образом одной рукой держать, другой рукой как-то его распечатывать. Мне придется камеру положить, потому что все-таки в нереальных условиях приходится работать спонтанно. Без особой подготовочки. Такими вот ножничками маникюрными. Ох, совсем маникюрная. Главное, чтобы работал. Потому что для подзарядки планшета, для подзарядки через микро-USB. Вот. Больше ничего мы не видим. Вот мы смотрим, что мы здесь видим. Вот он. Такой, какой нам и надо было бы, по идее. Если это и оно, то было бы очень-таки хорошо. Ну, такие вот логотипчики. Видим, да. Шнур не очень толстый, он такие тоненькие, полметра обещали. Если здесь полметра, наверное, такие есть. Потом замерю. Ну, в общем, долго шло. 60 центов цена вообще. Трекур ничего не отслеживалось, естественно. Очень долго не отслеживалось, поэтому будем проверять на работоспособность. Будет работать, скажем спасибо. Но, по-моему, слишком тонкий, что-то мне кажется. Ну, в общем. В принципе, он должен идти и на подзарядку Nokia, по идее. Ну, почему бы и нет. Ну, в общем, всем спасибо. Так что я уверен, что штекерок хороший. Потому что Nokia вот нашлась. А вот в Nokia он не идет. Он все-таки он толще, чем Nokia. Старый. Этой тонкой Nokia не подходит. Так что дело такое. Сейчас посмотрим, какой там планшет есть. Надо посмотреть. Потому что китайцы говорят одно. Будем выяснять, что к чему. Вот здесь вот в планшете есть штекерок питательный. Вот он, штекерок питательный. Вот мы и втыкаем его. Ну, непонятно. Не, вошел. Ну, скажем спасибо тогда. Не будем открывать особо спор. Будем надеяться, что только будет и хотя бы подпитка, запитка. Хотя бы такой вот вариант. Ну, все. Всем спасибо за внимание. Так что, можно, я думаю, такой штекерок брать. Только надо еще проверить его работоспособность. Все, спасибо всем за внимание. Пишите вопросы, предложения. Всем пока.